Привет, еще это Going Mid Evil, и мы продолжаем выживать в зимних суровых условиях. В прошлой серии к нам примкнула Мария. Звали ее по-другому, мы ее переименовали, если ты это не видел, то посмотри. В общем, она рабыня, которая сбежала от работорговцев, и мы ее защищали. Да-да-да, к нам пришли вот эти чуваки. Один из них, видишь, уже тут валяется у нас на свалочке, потихонечку разлагается. Мы бомбанули одного из двух разбойников, которые хотели забрать рабыню себе обратно. Мы, как ты понимаешь, не отдали. Ну и они, собственно, поплатились своим здоровьем. Помимо всего этого, разбойник притащил с собой шматье, которое было на нем, мы с него уже сняли. Это зимняя одежда из кожи, шапка кожаная, дубинка и вот это что, латы дикаря. Мы сейчас это все дело оденем, потому что мои чувачки говорят, что мы мерзнем, дайте нам одежду, она нам нужна. Вот, кто-то бежит, походу, одеваться. Да? Чё, зачем ты переложил? Подожди. Горемыка, давай-ка ты вот это вот все оденешь лучше. Возьми, экипировать, шапку тоже экипировать, и тебе будет тепло. Давай, одевайся. Шапочка есть? Куда помчал? Стопы. Вот это тоже одевай. Отлично. Снял зимнюю одежду из льняной ткани. Ну, согласись, кожаная намного лучше, хотя непонятно, он что-то недоволен. Чем ты недоволен, Горемыка? Расскажи мне, что с тобой? Где ты? Да, я тебя выберу. Спать он хотел, вот что. Ну, слушай, он хоть и переоделся, но все равно дрожит. Что-то стало прохладно, мне не помешала бы одежда потеплее. Минус 2 у нас в этом разделе, в дрожи. У Марии минус 2 тоже в дрожи. Я открыл инвентарь нашего Горемыки и смотри, что тут нашел. Вот такую штуку, температура. Минимальная температура, в которой можно находиться, в той одежде, в которой он одет, минус 9. Представляешь? А у нас какой? А у нас сейчас минус 26. Ого-го, тогда понятно, почему ему так холодно. А у Марии чего? У Марии минус 4. Но она похуже, конечно, одета. У нее, по крайней мере, нет шапки, как у Горемыки. Ладно. Значит, надо исследование. Исследование мутить и достраивать наш забор. Потому что есть вероятность, что на нас нападут в ближайшее время. Что-нибудь пожарить. Мария, ты сможешь? Нет, не сможет. Нет у нас ресурсиков. Что с телом-то делать? Скажите мне. Приоритизируйте похороны. Для этого действия нужно выбрать рабочего. Ну, давай сделаем, почему бы нет. Для этого действия нужно выбрать рабочего. Ну, ладно, не проснуться, я выберу Горемыку, и он сделает это грязное делишечко. Ты представляешь, я наконец-то нашел вкладочку исследования. Большими крупными буквами написано. И не только, тут регионы, выборы, расписание, работы, куча всего интересного. Но нас интересует исследование. В общем, поскольку мы уже две книжечки изучили на нашем, вот этом, как это называется, на нашем столе для базовых исследований, две книжечки мы получили, и, соответственно, мы эти две книжечки можем теперь вкачать. Начинаем все, конечно же, с архитектуры. А, подожди, нифига себе. Архитектуру, чтобы открыть, нужно 15 книжек. Это ж сколько всего. Земледелие, тоже 15. 20, 20, дофига книжек нужно, ребят, давайте исследуйте. Пускай Мария занимается исследованием, а мы, значит, Горемыка, идем... Вот это что у нас? Хворост. Идем деревья рубить. Давай, погнали. Руби деревья. Надо же доделать заборчик. А, еще стой, Горемыка, подожди. Нам же нужно вот это холодное тело приоритизируйте. Нет свободного места для погребения, либо место не подходит для такого тела. Блин, а что у него по разложению? 92 из 100. Я думаю, что в ближайшем времени здесь окажется скелет этого чувака. Мне бы этого, конечно, не хотелось. Я же где-то мог делать могилки, правильно? Где эти могилки? Во, безымянная могила или погребальный костер. Ну, погребальный костер это слишком для нашего разбойника. Почему для нашего? Для чужого. Чужой разбойник. Безымянная могила вполне достаточно. Где мы ее сделаем? Ну, давай вот тут, наверное, мы и сделаем ее. Чтобы ее не было видно... С нашего дома, тут как раз вот стеночка преграждает. И этой могилки мы не увидим. Мария бежит делать эту безымянную могилку. Все. Теперь Мария. Нет, не Мария. Горемыка, ты где? Горемыка. Он достраивает нам забор, красавчик. Иди, пожалуйста, займись все-таки похоронами, пожалуйста. Молодец. Затолкал его куда-то в рюкзак, себе за спину. И бежим. И бежит его хоронить. Красавец, наконец-то. Мы можем это выкопать потом в будущем? Труп врага, труп поселенца. Это труп врага. Так, значит, я думаю, что пора отправиться на охоту. У нас провизии проблемки. Это кто? Это что за животное? А, это волк. У нас тут есть олени или
кролики поблизости. Я что-то нифига не вижу, только волки. Во-во-во, олени, ништяк. Горемык. Хватай свой лук и тащи свой тощий зад вот сюда. Охотимся на оленей. Горемык достал свой лук и побежал в снежную долину, а затем в снежный лес. Его сопровождал дружелюбный волк, который не кусал его за бочок. Наконец Горемык добежал до нужного места и начал охоту. Распугав всех оленей, Горемык понял, что охота продлится очень долго. Горемык, давай, сделай это по-быстрому. Пожалуйста, эти промах. Жертва убегает, снова промах. Я думаю, что он бы с копьем быстрее управился. Может, сюда попробовать позвать еще... О, олень бежит сюда. Мы сейчас попросим нашу Марию помочь Горемыке. Мария, помоги, пожалуйста, ему. Мы тебя очень просим. Но Мария не хочет, она занята исследованиями. А Горемыка куда-то побежал вокруг. Он что-то потерял, что ли? В кусты пописал или что? О, смотри, тут кости есть. Снова кости. Ну да, пускай валяются. Странно, конечно, откуда они тут? Знаешь, что я выяснил? Я выяснил, что когда исследовательский стол стоит на улице, скорость его производства на 18% ниже. Так что, я думаю, надо бы его перетащить. Разбираем его и затаскиваем в дом, ребят. Давайте, разбираем. И вот в доме ему самое место. Кстати, то же самое касается и стола для разделки. Снаружи на снегу на 45% меньше скорость. Соответственно, это тоже нужно разобрать. Все в дом сейчас затащим. О, я только сейчас обратил внимание, что все-таки Горемык и завалил оленя и притащил его сюда. Красавчик. А вот и книжки. А почему книжки на полу валяются в снегу? Если книжки пропадут, нам заново придется все исследовать. Не-не-не, ребят, вот это надо куда-то утащить. Куда бы это утащить? И тут написано, что куча книг разложится через 5 дней. Ё-моё. Приватизируйте транспортировку на склад. Мне нужно библиотеку сделать. Мне нужно это убрать каким-то образом. Уже назначено на другого поселенца. Где бы библиотеку-то сделать? Горемыка, утащи книжки домой. Плиз. Ну, конечно. Книжки, да домой, да ты что, издеваешься, что ли? Давай, давай, Горемыка, перетащи книжки. Ну, наконец-то, созрел. Все, книжки у нас будут дома, отлично. Он, правда, этому недоволен, но ничего страшного. Нам теперь нужно еще разделочный стол затащить в дом. Я думаю, что нам нужно тут вот небольшой такой сарайчик соорудить, и будет нам счастье. Так что давайте, ребята, вот так вот строим здесь небольшой сарайчик. Небольшой, размером с наш дом. Блин, у нас окно получилось сарай. Вот окно, и оно, ну, пускай оно будет закрытым, не страшно. Все, ребят, давайте, начали строительство сарайчика. Жители страдают от холода, нет стола для исследований, и на складе осталось мало продовольствия. Немножечко так печальненько, но ничего страшного. Горемыка празднует свой 28-й день рождения. Ого-го. Латы дикаря. Плохое заканчивается разлагаться на складе. О, латы дикаря, подожди, это вот эти вот? Короче, все, они походу разложились. Эти латы. Проморгал я их. Слушай, я тут подумал, а что бы нам сарай не сделать такого же размера, как этот дом, в принципе. Вот и все. Блин, вообще непривычно, что Горемыка в каких-то красных одеяниях и в труселях. Точнее, не в труселях, а в гольфиках. Хотя это даже не гольфики, а колготочки какие-то. Опа, жители голодают. Кто именно? Горемыка. Горемыка голодает. У нас есть оленина, ее нужно разделать. Не будем ждать, пока достроится у нас склад. Делаем здесь стол для разделки. Давайте, ребята, стол для разделочки сделайте первым делом, пожалуйста. Ну, конечно, надо же еще и забор доделать, куча дел. Горемыка сдохнет сейчас скоро. Вот эта штука, работа, она расставляет приоритеты того, что каждый работник будет делать у меня. Вот, допустим, 5 это вообще низкий уровень. Единица высший уровень. Но я пока с этим не хочу разбираться, пускай так останется. О, Мария. Навык достигает 11 уровня. Строительство. Ну, круто. Это очень здорово. Все. Склад мы доделали. Тут чуть-чуть осталось с забором. И нам будет счастье. О-о-о. Настало то время, когда Горемыка играет с Марией. Но что-то Мария недолго с ним поиграла. Видимо, Горемыка мухлюет. Все, наконец-то. Забор у нас построен. Хотя забором это сложно назвать, это просто зубья из дерева. Но, тем не менее, теперь мои рабочие смогут приступить к строительству стола для разделки туф. Стол для исследования снова построен. Можно здесь сделать изучение книжек.
книжечек, пожалуйста, так десяток изучите мне. А лучше больше даже. 60, 70. Давай 70 книжечек мне сделайте, изучите, пожалуйста. О, смотри, как исследования пошли, когда скорость производства 110, когда все это в помещении. Отлично. Мария очень быстро изучает. Надо было давненько уже исследовательский стол в дом затащить. Горемыка у нас страдает голоданием. У него потихонечку отнимается здоровье. О, и Мария тоже уже начала. Да стройте вы вот эту штуку. Древесины чуть-чуть не хватило. Так срубите, ё-моё, всё им тыкать нужно. Вот, ёлку срубите и достройте. И быстро разделайте, и съешьте уже это мясо. Так, нам же ещё надо сделать крышу. Я думаю, что мы сделаем из хвороста крышу. Развернуть бы её. Вот такую вот крышу. Хоп, сюда и вот сюда. Чё, нельзя? Почему нельзя сделать такую крышу? Я не понял. Крыше нужно минимум две точки опоры. Придется разбирать разделочный стол, а он уже почти достроен, блин. Ладно, разбираем, значит, вот это тоже разбираем. Горемыка разобрал окно, это очень хорошо. Теперь мы делаем там стенку. Разделочный стол у нас будет вот здесь вот стоять. Здоровье у наших подопечных вообще не к черту. Смотри, я здесь убрал окно, и снег попал в дом. Капец, как нехорошо-то. Давайте, заделывайте стенку скорее. Вот, молодцы. Интересно, как быстро здесь снег растает, когда нам стенку доделать? Во, постройка не удалась. В смысле не удалась? Эх уж, Мария, Мария, что ж вы наделали? Давай с этой стороны пробуй. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Во, снег, быстрее топись. А, смотри, что написано. Я, короче, смотрю и думаю, а окно же нараспашку открыто. Это, наверное, тоже к холоду. Такой, дай-ка почитаю. И тут написано, знаешь что? Теплоизоляция у нас уменьшается, и открытое окно прекрасно сохраняет прохладу в доме в жаркий летний день. Но у нас же сейчас не лето, так что закрыть. Все окна надо закрыть. Сколько нюансов. Ух ты, у нас бунт. Ты представляешь, у Горемыки что-то случилось. Из-за голода, видимо. У него, смотри, вон, разлом черепухи. Ну, в смысле, мозгов. И что он будет делать? Ну, играть правильно. Конечно же, играй, играй. Красавчик, играй. Разделочную доску, пожалуйста, сделайте кто-нибудь. Точнее, стол разделочный. Мария, давай. Вся надежда только на тебя. Ты у нас закаленная. Так. Еще чуть-чуть, давай. У Марии строительство повысилось, отлично. И ты в этом... Вот, и разделывай скорее мясо. Пожалуйста. Оленину вот эту возьми и разделай ее. Все, она закончила склад. Но пошла рубить все равно деревья. Не-не-не. Ты прекращай это дело. Не надо ничего рубить, отмену. Отмену. Мясо разделывай. Отлично, все, она разделает мясо. Пускай хоть как-нибудь уже разделает. Даже без крыши. И потом она его запекет. Рядышком с книжками. У Горемыки написано «Вне себя от голода». Он очень сильно раздражен. Нужно ему просто похавать и все, он будет счастлив. Тихо, счастлив. Голодный мужик – это горе в семье. О, Мария пошла хавать, и Горемыка тоже к ней присоединился. Отлично. Два куска мяса валяются у нас на земле. Точнее, не на земле, а у нас дома, на холодном полу, где есть снег. Это местный холодильник типа у нас. Теперь мне нужно сделать на складе крышу. Поскольку у нас две опоры появилось, я делаю ее из хвороста. Разворачиваем. И вот так вот фигачим. Вот такая вот крыша будет, как положено складу. Горемыку отпустила, смотри. Он уже все в порядке. Счастлив и начинает строить крышу. Это очень хорошо. Сейчас еще восстановит здоровье вместе с Марией. И будет сладенько. Все, наконец-то у нас крыша на складе есть. Должно быть тепло. Надо еще поставить факелы, чтобы тут светло было. Вот такие вот факелы. Один здесь, другой здесь. Ну, двух, я думаю, будет достаточно. Нарды, я думаю, что тоже надо было бы домой их перетащить. Но с местом у нас большие проблемы. Давай же посмотрим... Сколько там исследований у нас открылось? Книжек у нас тут достаточно много валяется. Ты погляди. Кстати, обрати внимание, на складе растаял весь снег на полу. И это очень круто. А вот в доме он до сих пор не растаял. Странно. Ладно, давай посмотрим, что по исследованиям. Сколько у нас книжек? 8. У нас 8 книжек. А надо 15. О-о-о, смотри, олени к нам подошли. Ребятки... Бросайте свои топоры и идите атакуйте оленей. Чё стоите-то? Чунгачкуки, вперед! О, смотри. Машка с копьем побежал на оленя, а тот с лука лупасит.
Вот это я понимаю, охота. Один загоняет, другой стреляет. Вон, стреляй в него, стреляй. Прям вот перед тобой олень. Что-то в последнее время у Горемыки ломаются стрелы. Он стреляет и ломает стрелы об оленя. Как это вообще возможно? Ну давайте. Вот же вон, у вас вот олень дерется, что ли? Он Горемыку бодал? Да ну нафиг. Наверное, показалось. Все, наконец-то у нас есть еще мясо. Я понял, почему у нас здесь снег. Ты посмотри, у нас же тут части крыши нет. Потому что вторая опорная точка, она у нас исчезла же. Точнее, я ее разобрал, там же окно было. А теперь понятно, почему здесь снег. Все элементарно же. Значит, делаем здесь крышу. Вот. Быстренько бери солому и заделывай крышу. Давай, Горемыка, вот. Все. Теперь там снега не должно быть. Ну да, все хорошо. Дома у нас теперь тепло. Олени-то забрали, нет? А где олень-то? Олень. Только не говорите, что его волки съели. А, не, все, ок. Вот он, олень валяется. Ребят, может вы его заберете, Горемыка? Че ты там трапезничаешь? У тебя вот тут пища лежит. Давай на склад ее убери. Во. А то волки прибегутся, рут все. Зря, что ли, бегали, добывали. Мария там в нарды рубится. Горемыка ей сейчас поможет. Как только Горемыка садится за нарды, Мария сразу убегает. Типа, ну нафиг, я с ним не собираюсь играть, жуликом этим. Мария пошла разделывать оленя, которого добыли они недавно. А Горемыка решил заняться знаниями. О, Мария решила еще и готовить. Ну и шикарно. Что у нас по исследованиям? 11 книжек. Еще чуть-чуть, и мы изучим архитектуру. Доступно исследование. Ну, наконец-то, это говорит о том, что 15 книжек у нас есть. Да, архитектура, давай, изучай уже. Первое мое исследование. Это что за... Это врата какие-то? Балка из дерева. Для чего она? Нафига она мне нужна? Изучайте, товарищи. А как она вообще изучается? Долго это будет процедура или нет проходить? Видимо, она уже изучена. Давай посмотрим. Вот, балка из дерева. В Англии много веков укрепляли полы и потолки балками из деревянной древесины. В принципе, если так подумать, я могу эту балку воткнуть где-то здесь и сделать проход между комнатами. Ладненько, давай мы это исправим. Вот это мы разрушим. Здесь тоже разрушим. Соответственно, потолок у нас тоже разрушится. Ну, в смысле, крыша. А теперь ставим здесь балки. Как... А, нифига себе, как она ставится, смотри. Вон оно что. Ого-го. А можно это развернуть как-то? Как-то вот так вот поставить, я не знаю. Построй вот эту штуку вначале. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть. Наконец-то весна пришла. О-о-о, сказочно. Очень круто. Так, он делает балку. Ага. Ну и в принципе, да, здесь можно проходить. Вроде бы как. Здесь тогда тоже можно снести. Тут разрушить. Блин, весна пришла, огонь. Все, сейчас лето начнется. Можно, в принципе, фермерством заняться. Но, к сожалению, я еще пока не изучил это дело. И получается, нам надо заново крышу сделать еще. Сколько лишней работы я делаю. Но зато теперь они могут спокойно проходить из комнаты в комнату, а не выходить на улицу. Это очень удобно. Все, крыша доделалась. Дом у нас теперь полноценный. Совмещенный. На две комнаты, как говорится. Что у нас там по исследованиям? 4 книжки у нас есть. Надо земледелие изучить. 15 книжек надо. Да ё-моё. Отстаю. Давай сделаем еще один стол для исследований. Поставим его на улице. Все равно же тепло сейчас. И пускай на нем Горемыка что-нибудь изучает. Ребят, постройте еще один стол. Готово. А, смотри, неважно какая погода на улице, все равно, если ты делаешь это вне дома, то скорость производства уменьшается. Твою ж налево. Ну ладно, пускай хотя бы так, но что-нибудь да исследуется. Единственное, надо будет потом книжечки перетащить. Наконец-то! О, новое время года, весна. То есть вот она сейчас пришла, а я думал, она уже давно. Весна добралась до поселения Оторп. Солнце согрело землю, пробудив ее ото сна. И наружу тут же пробились первые ростки. Самое время сажать посевы, чтобы собрать урожай на будущий год. Точно и правда. У меня еще одна книжечка осталась, и все, мы будем заниматься земледелием. А посевы, про какие посевы речь идет? Я пока не вижу. Вот это что, это грибы? О, грибы! Весной грибы, обычно же осенью. О, и кролики появились. Офигеть, сколько всего. Классно, сразу чувствуется, что весна. Но грибы весной, это, конечно, странно. Может, это поганки какие-то там были? Все. У нас есть еще одно исследование земледелия. Также мы еще можем вкачать мебель. Ого, ого.
Вот такие всякие, соломенная кровать, это очень нужно. Но, конечно же, земледелие в приоритете. Так что земледелие вкачиваем. И давай смотреть, что я могу тут вырастить. Капустное поле. Поле у нас будет, значит, за домом. А, кстати, что у нас с могилкой? Могилка, она тут и осталась. Ее можно, в принципе, разрушить, но не буду. Ладно, пускай будет. Значит, капустное поле. Сколько капуст мы будем сажать? Ну, чем больше, тем лучше. Вот такое вот поле, пожалуйста. Так, нет, подожди. Надо это убрать, все дело. И сделать чуть-чуть поменьше. Вот такое вот. Потому что есть еще льняное поле. Поле с морковью. Вот поле с морковью нам тоже нужно. Вот такое же. Поле со свеклой тоже делаем вот такое вот. Это что? Поле с ячменем. Универсальная крупа, из которой можно изготовить хлеб, жидкую кашу или освежающий эль. Нет, алкоголь нам пока не интересен. Хлеб мы все равно не умеем делать. Какие-то травы. Травы. Не знаю. Красную смородину лучше давай выращивать. Вот такой же вот кустик. О, я еще и березы могу растить. Ну, блин. Давай-ка мы вот здесь вот березовую рощу сделаем, потому что мы уже дофига все вырубили, а деревья нам нужны. Все, полянки я сделал. Осталось только понять, где найти семена, чтобы это все высадить. Ладно, ребят, вот вам полянки я намутил. Горемыка побежал куда-то. Куда-то побежал. А, он, видимо, траву хотел скосить. А, копает. Нифига себе. Блин, нет, тогда вот эту штуку надо поменьше сделать. С березами потом разберемся. Давайте лучше вначале грядки. Вот. Грядочки у нас растут. Но у нас же тут кролики есть, правильно? Они могут скрыть всю нашу рассаду. Поэтому надо заборчики сделать здесь обязательно. Забор у нас будет вот такенный. Черт, дождь пошел, как быстро. Вот такенный забор сюда. И вот такенный... Тут угол надо сделать. И вот такенный вот сюда. Все, с забором разобрались. Нужно его построить. О, вот это я тут скосил, конечно. Вот это вот надо убрать, переделать. Вот такой вот нам нужен, ровненький. Все, давайте калашмарть. А забор из чего делается? Из хвороста? О, да хвороста у меня тут навалом. Сейчас они быстренько соорудят. Ну, наконец-то добрались и до огорода. Это прям вообще очень хорошо. У нас, смотри, тут уже что-то и растет. О, это же красная смородина уже выросла. Ягод, правда, еще там нету. Но они скоро появятся. А тут у нас что? Свекла. Уже что-то дорастет. Это очень круто. Очень хорошо. У меня как раз проблемы с продовольствием. Мясо там еще осталось? Осталось. Еще бы научиться что-нибудь из костей делать, потому что у меня кости на складе. Я не знаю, что с ними делать. В принципе, их сейчас можно отсюда со склада вытащить. Что они место занимают? Все, с забором покончено. Только вот эту вот часть почему-то не доделали. Ребят, ну как так? А еще мне нравится, как они через вот эти вот зубцы, ну то есть импровизированный забор лазят. Вообще спокойно просто через него пробегает и все. О, погода какая началась. Гореми корич. Ботаника достигает 11 уровня, а... Мария 11 уровня в ботанике достигает, а Горемыка 6. Ребята, может вот это достроите, а? По-братски. Чё оно тут? О, наконец-то. Красо. Постройка не удалась. Два раза. С третьего раза только она смогла закончить забор. Мария. Горемык пошел исследованием заниматься. Чё у нас по исследованиям? Две книжки пока доступно. Черт, вот это, конечно, мне не нравится, что книжки и на улице у нас хранятся. Это прям вообще печаль. Утащите, пожалуйста, Мария, стой, подожди. Утащи вот это. Как бы мне тебя заставить вот это утащить? Вот, утащи вот это в дом. Молодец. Смотри, грибы-то как уже выросли, ё-моё. Их можно есть-то вообще? Текущая фаза роста зрелый, 4 к еде. Съедобная. Так надо собрать. Чё ж мы. Рядышком с домом у нас растет, а мы этого не ценим. Ух ты, а это что такое красное у нас? Красная смородина. Вот это все собрать, ребятки. И здесь красная смородина. Сколько всего. Собирательством надо заниматься. Ладно, сейчас ребят проснутся. И с утра сразу побегут собирать ягоды и грибочки. О, Мария уже побежала. Но они пока что грядочками занимаются, правильно. С утра пока жары нету. Надо грядочки прополоть. Ой, дождь еще. Но, блин, погода испортилась. Дожди напалил. Поле со смородиной почти доделали.
теперь начинает со свеклой возиться. Так, я тут подумал, что нам нужно сделать еще здесь склад для продовольствия. Потому что сюда это все дело не влезет 100%. Так что давай здесь сделаем вот такой вот здоровенный склад. О, кстати, поскольку у нас тут лето же наступило, можно окошечки теперь открывать. Окошечки откроем, чтобы был у нас свежак. Открыть. Здесь тоже открыть. И здесь тоже открыть.